Привет, ребят, сегодня у меня на канале будет весьма неоднозначный видос. Я попался с одной стримершей, которая попалась, можно сказать, с моим тестируемым еще членом в оффлейн, и ее реакция просто смех и хохот. Единственное, что хочу попросить до начала видоса, во-первых, ребят, не бегите полчищем писать гадости, потому что в каком-то смысле формат ее стримов очень похож на Карину, а Карина многим не нравится, и я могу сказать, что цели этого видоса нету натравить полчища плохих людей на ее стримы. То есть она сыграла, она видела это так, и у нее такая реакция, такой контент. Не надо ее за это винить, писать ей гадости, пожалуйста. Если вы вдруг уважаете мой контент, не пишите ей гадости хотя бы, если вы смотрите мой контент. Если не смотрите, блин, ну, жаль. Тогда у нее будет плюс один хейтер какой-то, может быть, больше. В любом случае, видос получился очень смешным, сейчас я нахожусь на стадии монтажа. Надеюсь, конечная версия вам понравится, и вы оставите лайк этому видосу, если хотите увидеть еще что-нибудь такое. Но, увы, от меня это не зависит, я не могу просто сесть и поймать стримера. Поэтому, что получилось, то получилось, приятного просмотра, и увидимся после рекламки. Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 левела? Не за 3500, а за пару сотен рублей? Легко! На тесте дроп уже завезли горы компендиумов и паков левелов. Выигрывай новую личность на Пуджа, Антимага, а также Аркана на ВК, Квапу и ВРП. Открывай сундук, выбивай приз и выполняй баланс с промокодом ЛИС и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тести дроп. Шансов больше, чем у Габена. Чел выиграл Чена. Вот, проверяйте. Вот вам, сука, видите, видите, оно выстрелило Чена в сложную линию. Он выстрелил Чена в сложную... Боже, дайте мне пистолет, пожалуйста, умоляю, дайте мне пистолет, я хочу застрелиться, не хочу это говно играть уже. Все, я не хочу это играть. Чел пикает спектру, чел выстреляет Чена на третью позицию. Который будет отлетать от ВРки, соло ВРки, который отлетает от соло ВРки, который отлетает от соло Пуджа, который отлетает за весь прокат даже этого челика на дизрапторе. Вы вот это, вы, блядь, понимаете это или нет? Просто, сука, я хочу разбить свою клавиатуру уже. Как они вы можете взять нормальных героев, что вы пикаете, что ты придумываешь, какой-то велосипед вот этого выстрашенного чела на третью позицию, ты это делаешь, зачем ты, сука, это делаешь? И вот как это играть, скажите, как это играть, ты думаешь, у меня на пятой игре, на этом конченном сайленсере, желание здесь уже, я уже на него смотреть, сука, не могу, так нет, надо еще выстрать, сука, на третью позицию чена. Не, ну пикать вот этого чела на тройку, это вообще ну, типа, я не знаю, ну, пикни его на пятерку, на саппорта пикни этого чена свою высри. Зачем его пикать на тройку? Ну это же. Я уверена, что он не умеет на нем играть. Я вот просто на миллиард. Может немножко хп потерять, у меня хедрес, ничего страшного. Да, это ролевой. Да, это ролевой. Да, да, он. Че, что, не видно, что она слабоумная? Я не понимаю, что она тебя как-то загасит, как по мне. А, не, она стоит в крипах, как дура, еб. Может, я зря горела на этого челика? Но этот чел хотя бы понимает, что мы можем убить, как бы, убивать дизраптора по КД. Он хотя бы это понимает. Поможешь, не поможешь, я хуй знает. Где ты был? Я хотя бы могла сделать баунс. Тебе урона у него. Что у него так много? У него же только физы просто и все. Да не, чел просто пошел качать лесок. Вот, давай его убьем. Вот он ходит, давай. Ебать, он ее крипами солит. Что это за чен? Я не могу понять. Я его так хейтила, а он, оказывается, умеет кнопки нажимать на крипах. Даже спылы умеет нажимать. Что это за чен такой? Очень интересный молодой человек. Бустер, бустер, вы не понимаете. Бустер просто. Бустер на чене. Челик просто бустер. Если мы за девчонок выиграем, я, сука, извинюсь. За выстреленную котлету за этого чена. Какие спушили. Вроде бы у меня в команде бустер на чене. Что этот тип на чене делает? У него 9-3, я чуток. Что он делает? Вы видели, что он сделал? Моих вроде бы. Чен ебёт, ладно, мы не моих ебёт, давайте будем честными, их ебёт Чен, соло. Ой. Слушайте, блядь, я не могу.
Просто посмотрите. Ну я не верю, 3К игроки так не играют. Челика на Чене 10-3. Я не верю, что 3К игроки так играют. Я не верю в это. Но это не его ранг. Просто это невозможно, чтобы был его ранг. Это просто пи***. Но я бы не сказала, что оно падает со скоростью света прям. Мега 5 секунд. Пятая, блядь, игра, сука, 5 игр я должна была сыграть, чтобы на этом говне выиграть. И то, если бы не этот челик, вот этот вот челик, мы, блядь, отсосали бы. Это челик соло выиграл. Куча, не вставайте под их кнопки, и все будет окей. У нас я под арморчиками, под аурами, у меня пайп, мека. Все окей, вайпер не умрет. Не, мы выиграли эту игру. Вы че рофлите? Смотрите, мы ее выиграли. Чел на Чене выиграл. Ладно, я забираю свои слова назад, я, который не понимает в этой игре. Просто вообще никогда не слушайте мои высеры по поводу Dota 2. Это все, что я хотела сказать. Вика победила, вау. Ты, я еще и ошибку свою вызнала. Не, ну вы согласны, что я тащил в соло, да еще не выиграл? Просто в соло. Видели его игру? Я такого не видела на просцене, как тут. Я реально такого на просцене не видела. Я выкрыла, блядь, ёбаного сайленсера. Знаете, что я что это как обычный челик вроде бы. 2000 матчей. В смысле? В смысле чипдота? Да там чел один выиграл. Это была моя пятая игра уже. Я все, я уже хотела шмот разбивать. Кто-то молодец просто. Я не знаю, как так можно... А кто это? Этот мальчик, который на Чене был? Или нет? А так ты признаешься, хоть на ком ты играл? Шиз. Ты этот мальчик на Чене или не ты? Ты играл на Чене? О, боже, ты... Понимаю. Научи меня играть на Чене так. И да, тут небольшая пауза. Для тех, кто хочет реально научиться играть на Чене, примерно в течение следующих 5-7 дней выйдет огромный двухчасовой плюс-минус гайд на Чена, где я брал интервью от топ-чена, там офигенная интервьюшка, поэтому если вдруг вам реально понравилась эта игра, то просто подождите и через колокольчик, подписочку, вам обязательно придет оповещение на этот гайд. Плюс-минус неделька, то есть числа 10-12-13. Я слышу голос знакомый, красава, понимаю. Научи меня так играть, давай дружить, пожалуйста. Засунь мне так еще пару каток в этих катакомб. А че вы сразу не сказали, что вам голос знакомый? Я бы хоть бы поклеилась бы к нему, не знаю. А что ты делаешь на 3000 ПТСов? Тут я же не 3000 ПТСов, правильно? Ты же на смурфе играл. Команда раков душит, не подняться. Серьезно? Да, так в смысле? Да ты же ее в соло выиграл, эту игру. Так-то. Я просто скажу честно, я зарейджила, когда увидела этого чена на третьей позиции. Я так зарейджила, просто нереально. Я хотела уже клавиатуру бить за этого чена. И все, что я сказала про тебя, сказала про себя потом. Не, так то, что когда это, он забрал Рошана в соло, там все охуели рейтинги. Там Винги тоже как бы челюсть отпала от того, что он забрал этого Рошана в соло. Так что, можно с тобой поиграть или ты не возьмешь меня? Я, ради тебя стрим не оффлить, хотя я бы должна была уже оффлить после этой игры. Го одну. А давай не сегодня, а давай завтра. Я просто уже сегодня не могу, типа, мне уже нужно оффлить 5 часов. Мне кажется, что мы не успеем за 30 минут. Это смотри, я клею просто, клею стримака. Можно друзья я добавлю? Курвоны треба, я тебя прошу. Добавишь или не добавишь? Это я еще даже не старалась тебя клеить так-то. Тут ласт игра на бусте была, увы, нет. Поняла. Боже, Шиз, ну пожалуйста, давай дружить, ну пожалуйста, я тебя умоляю, ну давай дружить. Я еще просто уже пойду по наклонной, слышишь? Я, блядь, ради тебя стрим не оффаю, который должна была оффнуть. Ну, пожалуйста. Боже, ты даже дал мне свой аккаунт. Боже, я не знаю, какая ты зайка. Добавила. Можешь там добавить, но это редкая игра. А если я тебе добавлю где-то, не знаю, где-то, короче, в социальных сетях, ты меня добавишь? Это я клею стримака в прямом эфире, если что. Вика, апай дивайн, чтобы поиграть. Да какое я дивайн в жизни не апот? Вы чё рофлите? Мой потолок это до Властелина добраться. И то, на чьем-то горбу. Я плохой игрок, чтобы апнуть титана. Это титан, это слишком много ПТСов. Я не знаю, как это надо потеть, чтобы апнуть титана мне. Все, короче, парни, я короче, офустрю. Я, если что, тебя сама найду сейчас. Где-то, не знаю, где-то в соцсетях я тебя найду, может, я напишу. Ну, если ты что-то не добавишь. Так-то. Спасибо тебе за игру. За выигранную игру, главное, спасибо. Все, всем пока, короче, до завтра. Я уверена, что он не умеет на нем играть. Я вот просто на миллиард, блядь...
В общем, надеюсь, вам контент понравился, и, увы, я не смогу его делать каждый раз. Это совершенно случайность, что это получилось сделать. Игра эта произошла 3 часа назад, я все эти часы, вот все, что происходило, монтировал, и, наверное, сегодня же этот видос залью. Поэтому спасибо за просмотр, хорошего настроения, и увидимся завтра в 18:00, выйдет новый видосик. Скорее всего, на Chaos Knight of Midi, а может быть, кто-то еще. Добра.